Готовим армянский сапас по просьбе подписчиков. Почистили пшеницу. Сейчас хорошенько помоем и поставим вариться. Все, поставили. Все. Нам нужна сметанка. Здесь у меня чуть-чуть, но у меня здесь еще банка есть. И здесь литр, да, мацуна, густой мацун, простокваша, да, простокваша. Я, ну, половину возьму мацуна. Все, идет у нас мацун. Половина банки. Сметану. Хорошенько мешаем. Очень хорошо мешаем. Одно яйцо. Столовые ложки муку. Хорошо мешаем. Добавляю холодной воды. И хорошо мешаем. Все, добавляем еще воды. Хорошенько мешаем, чтобы камушки ничего не было, однородное было. Сейчас я вкус попробую, чтобы было приятно, да, не густой, не жидкий. Мне еще сюда надо, чтобы варилась, потом пшеница, да, когда варится, ну, дальше покажу. Все, здесь воды хватит. Видите, ни камушки, ничего нету. Видно? Да. Видите, ни камушки, все однородное. Ни камушки, ничего нету. Все однородно, видите? Видите? Так должно быть. Смотрите, чтобы ничего не случилось, но все равно ничего не случится. Я зубочистку 4 штуки положу. Все, у нас почти готова пшеница. Почти готова. Да, все это пен, все надо убрать. Все, поставили. И обязательно постоянно вот стоим и потихонечку мешаем, пока не кипит. Хорошенько она должна кипеть. Вот так вот. Никуда не уходим. Стоим и мешаем. Все у нас кипит. Все отпускаем. Это обязательно стоять и постоянно мешать, пока не кипит. Да, это обязательно.
Все хорошо кипит, видите? Все. Добавляю пшеницу. Уже у нас вареный, да, сварилась и готова. Все добавляем, видите, как хорошо кипит. Видите, опять не кипит, потому что у нас была холодная пшеница, да, сварилась и остыла. Видите, все мешаем. Как начнут кипеть, добавляю масло. Быстро она кипит. Все, добавляем масло. Обязательно масло, не подсолнечное масло, да. Обязательно. Все, хорошо мешаем. И сейчас будем солить по вкусу. Чуть-чуть. Видите? Подсолнечное масло не пойдет сюда. Только сливочное масло. Все, добавили кинзу. Через 2 минуты отключу газ. Все, наш спас готово. Приятного вам аппетита. Друзья, если я забыла, зелень только кинза. Все, через 2 минуты, все, уже отключаю газ и подаю на стол.